невероятное приключение попкорна в России. В 1991 году мы привезли первый попкорн-аппарат в Россию. «Деловая Русь» попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую большую картину из цветного попкорна. Мы изобрели «Робопоп» — принципиально новый попкорн-аппарат. Производим на заводе в Твери, а продаем по всему миру. Мы подсчитали, что зерна, которое в год продает «Деловая Русь», хватит, чтобы заполнить кремлевскую стену. А из того, что продано за все годы работы компании, можно выложить дорожку до Луны. Лучшая компания лучшим кинотеатром. «Деловая Русь».